я снимаю видео о том, какие заснять видео. То есть, когда у вас не бывает идей, и у вас вообще фантазия не работает, то вот мои предложения. Так, первое предложение. Вы можете снять рум-тур, то есть показать каждый уголок своей комнаты. Вторая идея. Вы можете снять любой тег. То есть тег «слишком много информации обо мне», тег в Инстаграм, тег «мои страхи». Если не знаете, какие есть теги, можете поискать в интернете. Выберите просто, какие бывают теги или... Третий вариант. Третий вариант вы можете заснять, если вы начинающий видеоблогер, то и вы, это ваше первое видео, или второе, или третье, в общем, первое видео ваше, и вы можете заснять приветствие. Почему такой ник? Почему вы решили создать канал? Так, четвертый вариант. Четвертый вариант вы можете снять, что на моем компьютере, что на моем телефоне, что на моем планшете, что в моей сумке. Что у меня в шкафу, я не знаю, что-то наподобие таких видео. Пятый вариант. Вы можете снять летсплей, в конце концов. Шестой вариант. Вы можете заснять влог. Так, седьмой вариант. Седьмой вариант вы можете заснять, к примеру, как делают многие видеоблогеры, это, к примеру, что мне понравилось в ноябре, что мне понравилось в январе, что мне понравилось в декабре, что мне понравилось за эту неделю, что мне понравилось за этот день, что мне понравилось за эти минуты, что мне понравилось за эти секунды. И восьмой вариант. Восьмой вариант, вы можете... Я делаю уроки. Я видела такие видео. Девятый. Итак, девятое, вы можете снять видео, как я провожу свое утро, или вечер, или день. То есть, одну часть, одно время суток. Утро, день, или вечер, или ночь. И последнее, десятый вариант. Десятый вариант, вы можете снять, к примеру, если вы редактируете в каком-то редакторе, можете показать, заснять, как вы редактируете, собственно. Показать свои любимые эффекты, показать... как это делается, уроки монтажа, может быть. Все. Надеюсь, я вам помогла. Всем пока. Ставьте лайки. Ну, а если вы хотите еще видеть подобное видео, то почему бы не подписаться на канал. И пишите. Пока.